Здравствуйте, меня зовут Резник Наталья. Жили мы в Харькове. Мы с Харькова сами. Семья, двое взрослых и двое детей. Карине 14 лет, Захару 9 лет. Проснулись мы 24 февраля в 5 утра. От страшных звуков, взрывов. Мы вышли, выглянули в окно. Мы живем на Салтовке, на 9 этаже. Открываем шторы и видим зарево от вспышек, взрывов. Мы испугались, у нас началась истерика. Мы начали собирать детей, вещи, чтобы уезжать. Когда собрали вещи, мы поняли, что ехать некуда, потому что во всей Украине война, и решили остаться дома. Мы подняли все вещи обратно, как бы смирились, думали, что война сейчас вот-вот и закончится. Мы пересидим, война закончится. Начали искать подвалы. Нашли в соседнем подъезде подвал, взяли детей и спустились в подвал. Как бы и там мы жили в подвале. Прожили мы в подвале 9 дней с детьми. Потом в один день возле нашего дома был взрыв сильный и вырубило свет. Мы поняли, что оставаться в подвале очень страшно, так как не было света, и дома тоже на 9 этаже страшно. Мы собрали утром, ночью вещи и утром в 6 утра уехали. Приехали в Черкассы, чисто случайно нам волонтеры нашли дом, ну как бы мы за него тоже платим. Дети пошли в школу, онлайн занимаются. У меня в Харькове была студия красоты, которая осталась там, на Салтовке. У мужа сгорел весь бизнес на Барабашова. Как бы теперь мы безработные. Выплаты получаем только от государства. Он ничего не получали. Спасибо вам большое.